«Сокровенное послание гения» в Ивановском областном художественном музее открылась выставка работ одного из самых загадочных художников 20 века. В выставке «Сальвадор Дали. Священное послание» представлены работы из частной итальянской коллекции. Это самая масштабная графическая серия величайшего художника 20 века, его иллюстрации к Ветхому и Новому Заветам. Проект в своем роде уникален. Ни одной из 105 представленных в экспозиции картин в собраниях российских музеев нет. К такому провокационному проекту Сальвадора Дали подтолкнул Джузеппе Альборетто. В начале 60-х годов он предложил художнику проиллюстрировать новое издание Библии. Результатом стали вот эти 105 работ. Названия литографий, строки из Священного Писания, выбранные самим мастером. Экспозиция выстроена так, что, передвигаясь от картины к картине, зритель будто перелистывает страницы священной книги. Здесь очень много образов. И вот как, скажем, в иконах есть же лик, образ. Вот так и здесь образы, которые Дали попытался через призму истории библейские показать все то, что происходит и в сегодняшнем мире, с каждым из нас. По словам куратора выставки, одного беглого взгляда на экспозицию недостаточно. Каждый раз при повторном просмотре рождаются новые образы. На картине, написанной по библейскому сюжету «Вознесение пророка Илии», очень хорошо прослеживается способность мастера соединять несколько образов в один. Если смотреть на произведение с привычного ракурса, видно динамику, резкость, с которой колесница с пророком возносится в небо. Но если взглянуть на литографию под другим углом, горизонтально, то никакого движения нет. Дали с вами будет играть, он вас будет привлекать основным как бы персонажем, и всегда есть кто-то вот главный. А оказывается, очень много мелочей, которые он припрятал. То есть начинаешь разговаривать, а вон оно там, а еще и это, и это, и это. И начинаешь понимать, что картина начинает обрастать очень многими событиями и сюжетами. Сальвадор Дали искал сюжеты, которые были бы близки именно ему, с его уникальным стилем и подачей. «Одиноко сидит город, жена, облаченная в солнце, по лицу всей земли». Все это строки из Библии. Неудивительно, что гений сюрреализма смог найти в них вдохновение. Ивановские художники, пришедшие на выставку, сходятся во мнении, что образы, изображенные на картинах, не могли прийти в голову обычному человеку. Создается такое ощущение, что это не мог сделать человек. Вот, поэтому в данном случае, когда речь идет о Святом Писании, о Библии, да, где с сакральными какими-то смыслами и с силами извне и сверх связанными идет трактовка сюжета, совершенно какая-то нечеловеческая, может быть, я не знаю. Выше что-то. В книгах о Сальвадоре Дали очень мало материала его графике. Это цветная графика, я здесь вижу литографию, я тут вижу линогравюры, вижу монотипии. И вот мое первое впечатление, это когда действительно рукой автора вводит Бог. Попытка разгадать феномен Сальвадора Дали, постижение нового прочтения Священного Писания – вот чем уникален и привлекателен этот выставочный проект. Открыть для себя другого Дали ивановцы смогут уже 5 декабря, а продлится выставка до 24 января, после чего работы великого художника отправятся в новое путешествие по России. Полина Панасицкая, Денис Денисов, РТВ Иваново.